Для точности и объективности сбора материала и данных совет привлекал оператора. По нашему положению, которое утверждено и которое у нас располагается на сайте Комитета по образованию и администрации, общественный совет имеет право привлекать организацию-оператор для следующей функции – сбор, обобщение и анализ результатов. И в таком случае общественный совет работает уже непосредственно с обработанной информацией. Источником информации для оператора были официальный сайт образовательного учреждения и анкетирование родителей. Оценивались доступность и информативность сайта. Родители оценивали материально-техническое оснащение детского сада, наличие дополнительных образовательных программ и желание порекомендовать своим знакомым. На заключительном совещании подвели итоги независимой оценки. Обсуждались все критерии, отмечались достоинства и недостатки. Все детские сады и Дом детского творчества получили оценки хорошо. У детского сада «Чебурашка» отлично. Организации операторам, педагогам даны рекомендации по совершенствованию качества обучения. Члены общественного совета поделились своими пожеланиями. Все педагоги признали необходимость мониторинга и анкетирования родителей. Закончился совет активным обсуждением процедуры оценки и наличия условий реализации рекомендаций. Поступило предложение разработать программу параллельного взаимодействия между дошкольными учреждениями.